семье, либо... Да. Зачем экспериментировать? Какая такая же любовь? Сразу ну, какая такая любовь? Если бы я умер, что, о чем вы говорите? Было бы позаботиться о моем наследстве. Продолжительные гастроли, это бывает от месяца до года. А давай вот в трех раз догадайся, какой. Оставить мое огромное состояние. Она будет читать стихи Пушкина. Неком. Титул чемпионки Южной Кореи. В восточном танце. Значит, будет точно читать стихи. Точно. Какого-нибудь, может, танец живота. Может быть. Ну, ей подходит. Подходит. Тебе светлый, милый. Я планирую для тебя нечто более важное. Когда я умру, тебя похоронят заживо со мной. О, Боже. В восточном танце. Боже. Значит, будет Сискель точно и Эбер. Стихи. Точно. Какого-нибудь, может, танец живота. Может быть. Ну, ей подходит под внешность. Фильм «Дела Во». Система звука THX. Зрители слушают. Включай! Включай! Привет, я Монтгомери Бернс. Сейчас я ищу подходящего юного наследника, которому передам состояние после смерти. Мое огромное состояние. Огромное. Прослушивание начнется завтра в моем поместье. А теперь художественный номер. Да. Очень хорошо. Вместе пойдем мы на выход. Вместе пойдем мы на выход и купим себе поесть. Собеседовали с наследниками Бернса. Остальные пошли к черту. Заклал не два, да дикция и дубинка. Мне нечего вам предложить, кроме своей любви. Я не сказал никаких идиотов. Но мама говорит, что я чудо. Следующий. Давай сюда свои капиталы, или я сделаю из тебя бегу. Его напомню, нравится, запишите его в резерв. Да. Чук-чук-чук, едет поезд. Динь-динь, колокол звонит. Тук-тук-тук, сердце стучит. Спасибо. Браво, молодец, это был лучший танец. Нет, не туда. Наследник не обязательно должен быть девчонок, будем сплетничать. В этом мускулинизированное общество. Не знаю, что такое мускулинизированное. Смотрел, никаких девчонок. Лен бы провалился. Сынок, ты наша последняя надежда. А вот так еще вот. Мне здесь не нравится, папа. И потом я устрою пожар сегодня утром. Мне за ним надо приглядывать. Папа, там очень не надо такие вещи. Но тебе же не придется жить.